Сейчас соберу подарки ребятам, подожду Снегурочку и поедем на елочку. Да, необычный Новый год. Добрый день.
Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Это волк. А папа сказал, дверь никому не открывать. Дедушка Мороз, он подарки принес. Это я, Дедушка Мороз. Долго шел я к вам в гости. Устал. Дедушка Мороз, а ты нам подарочки принес? Конечно, принес, конечно. Только дайте сесть, отдохнуть с дороги. Ну, садись. Какой большой подарок? Ой, смотрите, у Дедушки Мороза такие игрушки, как у нас. Да, я ваш родственник. Ну, хорошо, отмыть. Ты какой хочешь подарок? Маленький. Ну, я скажу вам, у меня там большой мешок стоит. Пойдемте все со мной. Будем подарочки выбирать. Дедушка Волк, отдай папе и маме зайчат. Не могу! Они мне самому нужны. Вот, 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 вот,
Класса поздравляю с Новым годом! Всех жителей храма поздравляю с Новым годом! Всех жителей Днепропетровска поздравляю с Новым годом! Счастья желаю и духовного продвижения! А также исполнение всех ваших желаний. Бабочка. А много ли у вас желаний? Очень! Ну, не слышу! А новогодних желаний? Да! Ну что, зайчата? Поможем детям в исполнении новогодних желаний. Поможем.